Сегодня на еженедельной планерке глава Северодвинска поставил задачи перед администрацией города. Это касается ремонта дорог и тротуаров, уборки снега и открытия улицы Юбилейная. Николай Цып все записал. Первое заявление – приостановить закупку по ремонту дорог по нацпроекту БКАТ на 2023 год. Глава города отправил техническую документацию на доработку. Ремонт дорог должен быть комплексным с тротуарами и парковочными карманами. А также поручил пересмотреть ценообразование. Обязательно включение тротуаров, как мы с вами и говорили. Я от вас жду предложений, я сам внимательно ПСД изучу. Значит, у меня есть вопросы и по ценообразованию. Я вот просил вас уже, пожалуйста, предоставьте мне коммерческие предложения по обоснованию стоимости материалов, потому что так... Я думаю, что у нас с вами никаких денег не хватит, если мы по таким ценам будем с вами работать. Глава Северодвинска также дал поручение заместителю по городскому хозяйству Михаилу Тарасову взять на личный контроль работу подрядчиков по уборке города. Я прошу вас на личный контроль взять дворовые территории, особенно на последние предновогодние недели и в праздничные дни. График дежурств, пожалуйста, составьте. Внимание требуют и дороги. Игорь Арсентьев отметил, что есть колейность. Уборка идет недолжным образом. Об этом говорят и жители в соцсетях. Глава потребовал организовать ежедневный контроль за подрядчиками, а также рассмотреть возможность организовать общественный контроль. Еще одно поручение адресовано начальнику управления градостроительства и земельных отношений Максиму Туфанову. Речь о скорейшем открытии улицы Юбилейной. На следующей неделе Юбилейную надо открывать. Значит, в полном объеме там те ограничения, которые с ЖД переездом связаны, пожалуйста, до меня доведите, хорошо? Глава муниципалитета настроил администрацию города и аварийные службы на оперативную работу и в праздничные выходные дни. Николай Цып, Юлия Куницкас, Регион 29.